Ребят, здорово. Привет, привет, парни, привет. Блин, пьяненький немножко сегодня, ну. Никлобам, здорово. Здорово, ребята. Всем здорово, все, зарядил телефон. Все, Галюшка наорал на меня, все заебись, все под контролем, блядь. Привет, привет, будни Германии, привет, братское сердце. Ну, как бы так, блядь, сейчас это, чтобы это, меня видно было, блядь. О, блядь, я пьянющий пиздец, блядь. О, очки, короче, у меня, блядь, очки, очко и тапочки, блядь. Так, мозги не ебите, блядь, давайте, блядь, пообщаемся. Малыш, малыш, ёб твою мать, ну. Ребят, ну, простите, пожалуйста. Бухой, бухой. Галюшка орёт. Чё орёт, блядь? Да понятно, чё орёт. Ну, блядь, как так, ну, хуй знает. Герасим Тельнов, здорово. Да, не на улице остался. Я просто вышел на улицу, потому что, ребят, я, блядь, не могу, нахуй. Галюшка орёт, блядь. Я вот вышел с малышом, короче, мочую, блядь. Пьяный сегодня, ребят. Простите, пожалуйста. Будем в Германии. Дым. О, бля. О. Так, кто здесь? Пойдем посмотрим. Нихуя не летал. Мало. Чё ты, братский? Я тебя никогда не трону, малыш. Малышочек. Никогда не трону. Там. Не знаю, сижу здесь, блядь. Похуй, блядь, не за лавки. Иди, блядь. А, о, ты домой пошёл, что? Короче, это... Герасим Тельнов. Блядь, ну что так темно? Ну, потому что темно, блядь. Призрачно все в этом мире бушует, блядь. Поем, сходим, блядь. Хую, блядь.
Ребят, терпение. Ща. Я, блядь, просто, блядь, бухой нахуй. О! Все, картинка появилась. Так. Сейчас почитаю, ребят. Входящий видеозвонок. Ебать, нахуя ты мне звонишь? Ты долбоеб, что ли, блядь? Или что, нахуй? Все, пацаны, я присел, блядь. Одышка, нахуй. Ислам Нахчи, братан. Я знаю, кто меня любит, блядь. Я наоборот ушел из дома, блядь, чтобы... Я говорю, Галюшка, давай ложись спать, нахуй. Чтобы это... Я мозги тебе не ебал, нахуй. Вот такая хуйня, братуха. Алексей Митковский, братское сердце. Да, я знаю, что, блядь, попиздит, перестанет, нахуй. Ну, блядь, я лучше вот по улице похожу. Вот, лучше с вами попиздеть, блядь. Давайте попиздим с вами, ребят. Вот. Куда хотите, чтоб я пошел, блядь? Говорите, блядь, сразу, нахуй. Михаил Дроздов, откуда нахуй у меня деньги? Какие нахуй деньги, ёпта? Деньги, блядь. Были б деньги, блядь, было б пиво, нахуй. Пойдем, короче. Вот, я иду сейчас по улице, короче. Вообще в рот ебу все, нахуй, положение. Блять, зажигалку положу в карман. Мне еще осталось пару сигарет. И все. Сейчас пиздуем, короче, на это. Где я на пожаре был, блядь. Ребят, в натуре, блядь. Это пиздец. Орден по-любому, блядь, мой, нахуй. Ну хуй с ней, дадут, не дадут. В рот ебать его. Это орден, нахуй. Ну, блядь, я бы хотел, блядь. Если честно, я бы хотел, блядь. Бабульку эту, блядь, вытащил. Ебать, че копать, нахуй. Ладно, похуй, ребят. Все, идем, короче. Идем. Вот, сейчас. Ладно, не шуми, блядь, ветер, извините, ребят, ветер, блядь, шуми, хуй поймешь, блядь, хуй победишь, блядь. О, давай. Ебать, аж сносит, нахуй. Все, не Алин, нахуй. Никто не мальёшь. Поебать вообще надо. Идем по прямой. Прямо перед десантом.
Так, ты что? Это женщина. Все, молчу. Молчу, ребят. Молчу. Женщина. Все, пиздуем дальше. Ебать, копай. Вы такого никогда в жизни нигде не увидите, блин. Все, ебашим. Еду на дачу хуячить. Лом, лопата и что-то там еще. Я, ребят, хуй знает, дойду до магазина, короче. Кто-нибудь бутылочку мне нальет, блядь, пивка. И будет все заебись. Сейчас вам покажу стол, где это весту мою ёбнуло, блядь, током нахуй. Я охуел, если честно. Тяжело-то, блядь, жить в этой жизни, нахуй. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем... О, хуя. А, у меня сигареты есть, так. Тогда иди нахуй. Так, вы что тут хотите, блядь? Бля, пацаны, извините, пожалуйста. Ухущий пиздец. Пьянь гидролизная, ну. Ну иду. На двоих ногах стою. Не ебет. Оплачено, блядь. Все. Тихо будет, блядь, Саня. Так. Вот он. Дамба. А, вот, ребят. Вот он дом. Пойдем туда сходим сейчас. Блять, буду сейчас сходим нахуй. В тот дом, где я бабушку вынес нахуй. Похуй вообще. Мороз. Ну, мудак. Ну, хули сделаешь. Ну. Вот такой я и есть, ребят. Тихо, блять. Так. О, нихуя себе, фонарь там горит, бля. Ну-ка, кто там? Пойдем, позалупаемся, нахуй. Груша, блядь. Ебать, не подбьют меня здесь. Ебаный рот. Здравствуйте, сердца. Алло-малё. Кислородный баллон. О, похуй. О, коты. Коте, привет. Привет, Коте. Привет, мой милый. Привет, мой хороший. Привет. Как сам? Чё?
Что случилось, брат? А? Хуль ты кружишь? Вай. Как тебя зовут-то, блядь? А? Васил? Да, мой сладкий. Да. Ой, блядь, как он орёт, блядь. Ёбаный в рот. Иди, иди ко мне, мой хороший. Мой хороший. Да. Все, не ори, блядь. Дай схожу, посмотрю, блядь, где я тут захерил, нахуй. Пошли, пошли, мой сладкий. Ты со мной? Ты со мной? А, кто такой? Кто такой, лапочка? Что? Что случилось? Добрый вечер. Здорово. Закурить будет? Я? Закурить будет? Нет, не курю. А что делать? С котом разговариваю. С котом разговариваю? Да. Вот, смотри, ко мне пришел. А? Ко мне пришел кот, вот, с котом разговаривал. А что делать? А что здесь? Что делать? Брат, а здесь нельзя находиться, да? 12 часов с котом разговариваешь? Ну да. Вот, смотри. Честно, пионерская. Я понял, делаешь ты не. Братан, ты с Нижнего Новгорода, да? Ты с Нижнего Новгорода? Что? Ты с Нижнего Новгорода? Не ссы, кот. Я тебя не предам, на. Похую. Пусть говорят, что хотят, блядь. Я в прямом эфире, блядь. Да, моя лапочка. Да, мы хорошенькие. Да, котяра мы. Да, мой сладенький. А, что такое? Пошли. 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 Хуй с тобой не ходи, блядь. Я пойду. Тормозим. Поняли, да, ребят? То, что это, блядь, все проплачено, нахуй. То есть не дают мне пройти. Все, сижу, молчу. Понял, понял. Все, ушли. Идем дальше. Вот, ребят, я вот показываю. Вот вся хуйня сгорела, блядь. Крыша, хуиша. Вот там даже включили. А я сейчас зайду к кому-нибудь это. Кому в квартиру зайду. Помнят меня, не помнят. Похуй. Ребят, отключаю. Блядь, в прямом эфире. Эту бабушку, блядь, хуй знает. Ну, с той стороны я ее вытаскивал. С этой стороны я и не помню, блядь. Сейчас постучусь кому-нибудь. Попрошу закурить. Похую, блядь, ребят. Блядь, ну что?
ебать, ты меня чуть не напугал, блин. Можно обратиться, девушка? Обратиться можно? Откройте подъезд, пожалуйста. Пожалуйста, я вас умоляю. Ай? Я понял. Братское сердце. Извини, пожалуйста, у тебя есть сигарета, а? Нет, не включите, у меня спят дети. Понял. Понял. Молчу. Детишки спят. Блядь, долбоеб ебаный. Так, куда ломануться-то, блядь? Ебаный брат. Я ваш подъезд, блядь, спасал. Хуль толку, да? Пойдем вот сюда, залезем нахуй. Ну, братское сердце. Девушка, извините, пожалуйста, у вас не будет сигареточки? Я не курю. Понял. Молчу. Дебил, ебаный. Так, а подъезд она мне так и не открыла, да? О, нихуя себе там. Цвета музыка, блядь, играет. Ебать. Как плохо затихло, девушка, открой. Еще раз постучишь, я полицию сейчас вызову. Уйди отсюда. Понял. Что ж ты кричишь-то, еб твою мать. Неужели такой страшный, блядь? Ебать, тут свет выключил. Блять, ну что делать-то нахуй? Хуй, блять, я тут бегал, ебать, сел копать нахуй. Он до сих пор гарью, ребят, ну, запах, конечно, не передать. До сих пор гарью пахнет, блять. Вон, мусорилы ебаные, нахуй. Никого нету. Ну, стучимся.
Главное, чтобы в голову не выстрелили. Потер. Где эта бабуля, блин? Я хочу ее увидеть, нахуй. Ладно, хуй. Все. Смех смехом, блин. Нахуя ну надо, блин. Вадим, братан, да блять, хуй с ним пусть приписывают. Пизду, все, ухожу, ребят. Ухожу. Не пускают в рот я ебать на. Так, куда? А, мы идем в магазин, нахуй. Я забыл, блядь. Магазин. Вот. Вот он. Видите, вот сгорела хуйня. Вот этот дом, то есть живой. Вот. А вот это сгорело, блядь. И вот, вот с этого дома, с той стороны, короче, бабушку я вытащил. Блядь, буду, ребят. И Веста за мной поперла. Я охуел. Я с нее охуел, если честно. Поперла со мной. Вот здесь, блядь, шланги эти заматывал, нахуй. Разматывал, заматывал, блядь. Ладно, похуй. Вот, смотрите, пацаны. О. Вот она хата, которая сгорела, блядь. Сейчас вот с угла подойду. Вон уже там свет дали кое-где. О! Вот эта вся хуйня, блядь, горело. Не помню когда. Позавчера. Или хуй знает когда, нахуй. Вообще поебать, блин. Ух, блядь. Просто пришел сюда для того, чтобы, бля, хотел эту бабульку найти. Ну, не получилось. Представляете, какие люди, блядь. Ну, ладно, похуй. Похую вообще, блядь. Похуй мороз. Погнали дальше. Ну. Там НСК, блядь, к женщине, пусть она спит, она спать хочет, она разъебала сейчас как этого первоклассника, нахуй. Витас студио, здорово. Да нихуя ничего не случилось, что случилось? Вот иду, блядь, за бухлом, блядь, короче. Вон, на пожарище сходил, где я, блядь, вот. Ебать, мокрый, залазил. Пацаны, хуй знает, правильно я сделал, неправильно я сделал, блядь. Облился водой, короче. Залез в хату. Вот, достал бабушку. Там ей лет 80, наверное, 90, хуй знает, сколько я там годов, блядь. Ну, типа спас, блядь. О, такая хуйня. И вот сейчас в этот дом ломился, блядь, никто не открыл мне нихуя. Долбоёб пьяный, хуй. Никто не помнит, блядь, что я там делал, да. А, хуй с ней, похуй. Вообще.
Охую дым. Вон, самолеты летают, блядь. Идите нахуй, самолеты ебаные. Бля, куда я пришел хоть, блядь? Пойму. А, понял. Вот такая вот хуйня, ребят, короче. Прекрасно. Фу, блядь. Выплюнь нахуй. По Красноармейску, короче, хожу. Ебать, я заблудился, нахуй. Да ну нахуй. Пошли. Вперед, десант, нахуй. Я выплыл. О, трассу вижу, все. Дальше не пропаду.